вообще что-то происходит неимоверное. Это просто что-то неимоверное, ребята. Вы такого никогда не видели. Все не вкладаете головы. Здесь, ребята, мы хер его знаем, где едем. Мы не знаем, где от него ведет. Киевстар все заблокировали, банки не работают. Это просто, ребята. Это все он. Это кошмар, мы не знаем. Мы потерялись, мы не знаем, куда едем. Ну вон уже, мы один смерч видели, пропустили. Угу, вперед. Мы едем до дому. До себя тут вошовано едет. Едь обратно. Дождь сейчас будет. Все. Голубе море бачили, чи озеро. Ліс бачили. Проїжджайте, п'єте. Така от розділка. Вже навіть включили. Все, он, наверное, там будет прятаться. Он передумал ехать дальше. Почему же человек, что тут яма такая глубокая? Тут все там приедется. О, с этой стороны красиво. Что за песня? Голубое озеро. Спасибо вам большое. Спасибо. Но если б не было такого холодного ветра, блин, надо помылась. Обязательно. А вот карта памяти, что вот это... О, на компьютере, ноутбук. Да, на ноутбук. Хорошо, сейчас покажем вам. Мы туда едем. Ну пока туда, а там дальше на ощупь. Макс будет бежать впереди. Сейчас вот где-то... Я там вот так вот сидела. Ой, лес. Вот вот такая страшная дорога. Офигеть. Да. А я бы легко. Вот хотя с пьяным дедом в москвиче по этой дороге мы прыгали. Вот о, ужас. А вы такие еще, да, вот это вот экстремалы, коматозники, да? Я помню, как я это дед коматозник. О, куча народу, бабушка Рая. Объехать. Можно. Не, подожди, что-то я там мы вообще не... Мы болото объедем. Вообще не доверяю, там такая... Почему это объезд в одну дорогу чего-то? Да не, понял, а там такая эта, когда... Ты на эту дорогу. Можно поцарапать машину? Поцарапать машину везде тут можно. Меня там так прижало. Все кричат на Славика. Славик огрызается, что больше психу. Вот это заезд вообще сильно. Посмотри. Да, не, мы там были. Да. Ты тоже, да, сон? Давай уже дочь нашу. Я вижу. О, дно. Да не дно, это... Да. Ой. О! Прямо, да? Точно прямо? Да. Не будем новые дороги изучать, а? Нет, еще. Попогнали туда, погнали сюда. Да я тут 100 раз уже был. Да я уже так 1000 раз делал. Да. Дорога. Дорога до моря. Ведь моря до моря. О, что там творится? Ой, меня отключили, хоть подойти. Охренеть, как красиво. Вообще. Ю-ху! Кто? Когда ребенок лето? А, да, лесная нимфа. За своим сатиром. Оп. Поглавное. Поглавное, да. Все время поглавное. Правая, это дорога на старая.
смотри, что делать, а успели. Как мы вовремя успели? Ну ты хотел вообще не ехать. Раньше приехали бы, знаешь, сколько там бы число людей было. Дядя, если бы мы раньше приехали, мы бы и с тобой бы покупали. Петра такого свободного нет. Смотри, деревья гнулись. Мелко выш, деревья гнулись, смотри. Смотри на эти сотки, когда они уже свалятся. Смотри, что происходит. Ё-моё, тут уже ураган какой-то, сейчас, может, смерч встретим по дороге, я не знаю. Мы, короче, экстренный эфир, короче, да. Мы сейчас будем следить, мы следим за цунами, сейчас будет где-то смерч, мы ловцы смерча. Смотрите, смотрите, что происходит. Образовывается воронка, смотрите. Торнадо. Сейчас очень что-то происходит неимоверное. Это просто что-то неимоверное, ребята. Вы такого никогда не видели. Все не вкладаете головы. Все смотрите, ребята. Мы хер его знаем, где едем. Мы не знаем, связь не ловит. Киевстар всего заблокировали, банки не работают. Это просто, ребята. Это все о. Это кошмар, мы не знаем. Мы потерялись, мы не знаем, куда едем. Ну вон уже, мы один смерч видели, пропустили. Угу, вперед. Смотрите, что происходит. Небо, уже все капает. Все затекло. А, блин, ветки, вы видели, ветка только что ударила меня. Нападение деревьев, я не знаю, что это происходит. Деревья сошли с ума. Это ужас. Посмотрите, что с дорогой. Здесь нет ее. Здесь дороги нет. Здесь был асфальт, и его сорвало с корнями. Я не знаю, как это, но это так и есть. Посмотрите, что с небом. Мы загрузили наполовину. Где-то пятое колесо осталось там. Сейчас только едем на четверых колесах. Я не знаю, ребята, как мы доедем. Это кошмар, вы видите? Вы это видите? Я впервые это вижу. Мы даже этой дорогой не ехали. Помогите! Посмотрите, это поляна и та же кобыла. Я не знаю, как она до сих пор здесь выжила. Посмотрите на это небо. Вы видите? Деревья в шоке, березы в шоке. Лес в шоке. Посмотрите, оно черное, это что-то. Вы в городе, сидя на своих попках прямо, вы такого не видите. А здесь все видно. Едьте в Тервичу! Где отдыхать? Какое Черное море? Какая Ялта? Вы что, ребята, Терлися? Голубое озеро. Посмотрите, черная туча. Запомните эту остановку. Это Терлися. 1983 год. Вот такая вот дорога, ребята. Это только здесь настоящая дорога. Больше таких дорог вы нигде не увидите. Посмотрите, здесь даже есть дома. Вот яблоко, вот орех. Вот еще один орех. Да. Если мне подсказывает самый молодой из нас человек в этой машине, если нам повезет, да, то наша экспедиция, мы можем даже встретить, говорят, здесь есть люди, мы можем увидеть человека. Посмотрите, небо везде такое здесь. А это дорога. Вот оно. Это все Терлися. Посмотрите. Мы едем прямо в эту тучу. Да, все верно, ребята. Мы все те же охотники. Но не за привидениями, а за цунами. Торнадо. Мы ищем его. Это не ваша.
Ну все, похоже, у нас закончился бензин, так как мы не встретили людей. Наверное, нам придется из этих хат выбрать одну и переночевать. Потому что мы не знаем, что ожидает, что, какой сюрприз погода нам приготовила. Все, ребята, до новых встреч. Пока-пока. Я вижу собак.